Когда на нашу землю пришла война, многое поменялось. Теперь нет чужой беды. Каждый боец АТО для меня не посторонний. Помог одному, надо помогать и остальным. Синельниково – небольшой город, но обращение о помощи с каждым днем все больше. При благотворительной организации ветеранов АТО и участников боевых действий мы создали центр помощи участникам АТО и их семьям. Каждый день проводим консультации по самым разным вопросам. До сих пор частично не решены земельные проблемы, не все получили документы участника боевых действий и даже награды. Я делаю это потому, что защитники Украины заслужили уважение своего народа и своего государства. Мы добровольно помогаем военным и их семьям. Таких, как мы, называют волонтерами. Присоединяйтесь.